Замечательно, здравствуйте. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Евгения. Я представляю фонд имени Микуха Маклая и рада вас приветствовать на первой лекции образовательно-просветительского проекта «Экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая». Сегодня с нами Николай Николаевич Миклуха Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения РАН, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич сегодня прочтет нам первую лекцию из цикла. Это займет по времени примерно минут 20. Потом можно будет задать вопросы либо голосом, поднимая руку, либо в чат, написав свой вопрос. Также мы с вами поделимся презентационными материалами и видеоматериалами, которые можно будет использовать в подготовке для участия в конкурсе всероссийском одноименном «Экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая» с целью разработки собственного проекта экспедиции на остров Новая Гвинея, берег Маклая. Николай Николаевич, я передаю вам слово. Прошу. Да, Евгений, большое вам спасибо. И большое спасибо, друзья, что вы присоединились к нашему проекту. Я вам должен сказать, что экспедиция трех веков по следам Миклуха Маклая, вот меня лично этот проект завораживает тем, что мы можем совместно с вами смоделировать новое современное исследование берега Маклая. Я помню об этом береге еще с детства, когда читал из дневников Миклуха Маклая о увлекательнейших путешествиях. И никогда не мог подумать, что эта сфера будет интересовать такое большое количество людей. Когда я узнал через некоторое время, что миллионы и еще раз миллионы людей читали дневники Миклуха Маклая, так же, как я, увлечены этой идеей, узнать о том, как же на берегу Маклая, узнать о том, насколько изменилась ситуация на берегу Маклая со времен путешествий Николая Николаевича, я начал заниматься этой сферой и посетил берег Миклуха Маклая с экспедицией, руководил этой экспедицией в 2017-2019 году. А сегодня мне действительно выпала честь рассказать вам о Николае Николаевиче как исследователе берега Маклая. Ну, давайте, во-первых, несколько слов поймем, почему мы говорим о береге Маклая, потому что Николай Николаевич Миклуха Маклая, он действительно выдающийся исследователь Юго-Восточной Азии, человек, который посетил более 150 точек земного шара, именно в этой части земного шара, исследуя мир не только исследуя мир абсолютно во всех его измерениях, потому что в то время было достаточно актуально заниматься всесторонними исследованиями. Он считался натуралистом широкого профиля, и его исследования проходили как в области зоологии, биологии, антропологии, геологии. Он точно так же непосредственно внес и достаточно немалый в области географии, делал много измерений. Например, он первый сделал измерение морских глубин на 1000 аршин и доказал и подтвердил благодаря своим исследованиям о том, что существуют разные течения в зависимости от глубины. И вдруг мы, несмотря на то, что он такой разносторонний ученый и делал исследования в таких разных сферах, говорим о береге Маклая. Ну, в первую очередь, давайте мы поймем, что Миклуха Маклай оставил нам важнейшее идеологическое наследие о равенстве рас и народов. И именно благодаря его исследованию берега Маклая он первый рассказал всему миру о том, что теории о том, что люди являются по какой-то причине в разных регионах неполноценными, несостоятельными. И, соответственно, нас, конечно же, и благодаря этим его заявлениям, он стал всемирно известным исследователем по той причине, что это было на тот момент очень революционным мнением в связи с тем, что, к сожалению, из-за того, что остров Новая Гвинея, на который он отправился, и берег Маклая, на который он отправился, был достаточно мало изучен, людей, которые населяли его, в некоторых случаях не считали даже за людей. Поэтому его революционные взгляды о том, что пупасы, которых он изучал, они впоследствии стали, как по его словам и благодаря его исследованиям, действительно людьми на том же самом уровне, что и европейцы, это было достаточно революционным заявлением. Так вот, вернемся к берегу Маклая. Именно по этой причине мы и рассматриваем вот эти экспедиции трех веков
для того, чтобы проследить ту динамику и те изменения, которые проходили именно на этом берегу. Дело в том, что Николай Николаевич отправился именно туда по той причине, что, к сожалению, исследователи, а он, как вы поняли, занимался во многих, внес вклад во многие научные дисциплины, исследователям было не до исследования людей. И мало было описания тех народов, которые населяли нашу планету. К сожалению, это было так и по отношению к острову Новой Гвинеи. Николая Николаевича интересовала именно эта часть, и он договорился и уговорил Русское географическое общество взять его на корвет «Витязь». Корвет «Витязь» — это военный корвет, который осуществлял со своей цели. И одной из просьб, которую Николай Николаевич попросил, это доставить его к берегам Тихого, на Тихий океан, в ту местность, как он сказал, да, не обязательно на остров Новой Гвинеи, для того, чтобы потом добраться до этого острова и провести эти исследования. Эти исследования он планировал непосредственно предоставить Русскому географическому обществу для российской науки с целью того, чтобы можно было внести достаточно серьезный вклад в изучение этого мира. Россия вообще вклад достаточно большой сделала в изучение мира и поэтому является великой державой, потому что исследования по всему свету проводили российские ученые и потом аккумулировали эти знания, делились со всем миром. Так вот, его исследование, его путешествие на берег Маклая началось именно с 10-месячного путешествия на корвете «Витязь». Непростое путешествие, в течение 10 месяцев они заходили во многие порты для того, чтобы в конце концов оказаться на острове Новой Гвинеи. Ему повезло, и корвет «Витязь» доставил ему непосредственно к северо-восточному побережью этого интереснейшего острова. Остров, кстати говоря, достаточно большой, потому что он второй по величине после, вообще из островов после Гренландии и самый крупный в этом регионе. В этом регионе он самый большой. Тропический климат, когда он подходил к берегам Новой Гвинеи, он сделал свои рисунки, и вы знаете, получилось таким образом, что облака полностью застилали все горы и всю поверхность даже верхушек деревьев. Это он отметил сразу же, потому что там очень влажный климат. И оказался он как раз в Новой Гвинее и в заливе Астролябия на северо-востоке именно в тот период, когда должен был начаться сезон дождей. Это в сентябре, в конце сентября, в начале октября. 20 сентября по старому стилю или 3 октября по новому он высадился на берегу залива Астролябия, который в последующем был назван берегом Маклая. Ну и получилось таким образом, что моряки помогли, построили ему хижину. Назвали русскими топонимами, что в конце концов привело достаточно к интересной ситуации. У нас более 70 топонимов в океане и десятки топонимов именно на острове Новой Гвинеи, которые были даны именно русскими моряками, ну и в том числе Николай Николаевич Маклай. Вот к этому берегу подходил Николай Николаевич Маклай на корвете «Витязь». И именно отсюда и началось его исследование. Я ранее вам сказал по поводу того, что мы эти исследования проводим и сейчас, по той причине, что нам интересно просмотреть динамику. Вот у нас тут есть несколько слайдов, поэтому я быстро пробегусь, чтобы нам немножечко визуализировать то, что я вам до этого сказал. Ну и Николай Николаевич изучал, как я вам сказал, до этого. В разные дисциплины, в том числе его одним из учителей был Эрнст Геккель, человек, который много нес в изучение этого мира. Если мы будем говорить о карте, о которой я вам сказал, вот он берег Маклая, и вот он его хижина, которая была установлена, а вот те популяции, которые было интересно изучать, и которые по какой-то причине европейцы считали неполноценными, в связи с этим могли не наравне относиться к ним. Вот Николай Николаевич как раз хотел узнать, действительно ли это так, действительно ли этот остров населяют какие-то непонятные существа. Так выясняется, что все достаточно было понятно, и папуасы как раз абсолютно в равной степени те же самые люди, что и мы. Этим исследованием он и был увлечен. Если мы будем говорить о
о том, почему Николай Николаевич выбрал именно Новую Гвинею, то здесь мы как раз возьмем его цитату, что выбирая в 1868 году ту часть земного шара, которую предполагал посетить свои исследования, я остановился на островах Тихого океана и преимущественно на острове Новой Гвинеи, как на менее известном, менее исследованном, ввиду главным образом ставил свою цель найти местность, которая до тех пор, до 1868 года, еще не была посещена белыми, то есть европейцами. И именно поэтому много слухов ходило о острове Новой Гвинеи, считался очень опасным, и Николай Николаевич считался человеком, которого отправляли фактически в последний путь. Мы также должны понять, что подготовка экспедиции, как я вам сказал до этого, осуществлялась при помощи Русского географического общества, при помощи исследователей из разных абсолютно областей наук, потому что Николай Николаевич отправлялся для того, чтобы делать всесторонние исследования, не только изучение людей, не только изучение, делать антропологические измерения, антропологические исследования. Значит, мы будем говорить о Николае Николаевиче как об исследователе этого мира, и я вам до этого сказал, что 150 точек Николай Николаевич посетил, да, действительно, он не просто исследователь, не просто ученый, он путешественник по-настоящему, потому что, как я ранее сказал, 10 месяцев пришлось добираться до берега Макая, это не простое путешествие, не то, что сейчас, нам 6 дней в первый раз на самолетах, сейчас это можно и за пару дней добраться, но в любом случае это действительно серьезный подвиг. Ну и о первой экспедиции, если мы будем говорить, да, экспедиция на берег Макая в 1871 году, о чем я вам сказал, мы можем рассматривать ту ситуацию, что берег Макая был интересен с той точки зрения, что никогда еще белый человек, никогда еще европеец не описывал людей, которые не знали, что такое железо. Фактически Николай Николаевич встретился с людьми каменного века. Как мы можем сказать, безусловно, век был не каменный, а вот использование предметов было как в каменном веке. И папуасы, именно они, коренные жители берега Макая, не знали, что такое железо до Николая Николаевича. Именно он привез им топор, и поэтому русское слово «топор» оно как раз в языке наших друзей-папуасов до сих пор сохранилось. Вот здесь вот несколько сценок разыграны, показаны благодаря нашему макету о том, как Николай Николаевич познакомился с папуасами, как он вошел с ними в контакт. Ну, во-первых, мы должны сказать, что никто в то время не проводил подобных исследований, никто из ученых не проводил исследования, полевых исследований, а это означает, что находиться в поле, это вот так Николай Николаевич отправился в экспедицию, для того, чтобы практическим путем узнать и сделать записи о жизни и быте местных жителей. Таких исследований не проводилось, ученые проводили свои исследования на основе тех записей, которые делали миссионеры, а потом на основе этих записей делали выводы. То есть это был не первый источник, и поэтому, к сожалению, достоверной информации не просто о папуасах Новой Гвинеи не было, а и во многом не было достоверной информации и по миру о людях, населяющих нашу планету. В этой связи некоторые идеи рабовладельцев, которые считали, что только европейская раса у нас является самой умной, а другие являются отстающими, они в некоторых в то время процветали именно по той причине, что это было выгодно некоторым с точки зрения экономической, порабощать другие народы. И, как я вам сказал до этого, Николай Николаевич оставил важное идеологическое наследие, доказав благодаря своим исследованиям, что вот те люди, которые, пускай не знают, что такое железо, они абсолютно те же самые полноценные, как и мы, и не отличаются ничем, только единственное, что исходя из своих особенностей и исходя из той ситуации, в которой они живут, они используют то, что у них есть под рукой. Значит, мы можем говорить также о том, что Николай Николаевич оставил большое количество рисунков, превосходнейшим образом рисовал. Это позволяет нам визуализировать то, что было на самом деле. До сих пор сейчас, потому что они очень удобны в использовании. И вот эти вот рисунки отражают непосредственно то, как жили папуасы берега Макая в 1871 году и в последующем. Хижины очень практичные. Дело в том, что очень хорошо вентилируемые, и в то же время крыши под правильным углом сделаны. Вот, например, хижина Микуха Макая после первой же
после первого серьезного ливня она развалилась, его хижины. Несмотря на то, что добротно строили ее солдаты, она не выдержала. Не тот угол был выбран. И вот в этом плане можно было поучиться у наших друзей-папуасов. Мы можем посмотреть также благодаря его рисункам, их осталось около 700, не только строения, а и портреты людей. Мы можем увидеть это не только в нашей презентации, а более 700 рисунков оставлено Николаем Николаевичем, и есть в архивах Русского географического общества, у нас на сайте, и в рамках проекта это представлено должным образом. Вот. И, соответственно, этнографический материал, который, в частности, был собран, это элементы одежды и украшений, традиционное оружие, орудие труда островитян, а также сведения о культуре и быте коренных жителей берега Маклая. То есть, фактически, все детали их жизни, включая даже и первые 350 слов. То есть, не письменный язык, те слова, которые были записаны, они не были записаны даже и коренными жителями берега Маклая. И, соответственно, в дальнейшем, когда сейчас на современном этапе папуасы берега Маклая могут прикоснуться к той истории и узнать о том, каким образом же говорили их предки. Потому что некоторые слова, к сожалению, были потеряны и не использовались. Так вот, Николай Николаевич записал 150 лет назад эти слова и прекраснейшим образом нашел с ними язык, говоря уже на языке. А языков у них 867 на данный момент. То есть практически каждое племя имеет свой язык. И папуасы вообще, и жители острова Новой Гвинеи, которые являются не только папуасовыми, меланезийцами, полинезийцами, они говорят в основном на четырех языках. То есть для того, чтобы понимать друг друга, это язык своего племени, язык соседнего племени, язык токписин и английский язык. Это же английский язык на данный момент, и это язык образования. Ну а в тот момент как минимум 2-3 языка любой должен был знать. Вот мы видим как раз и те рисунки, и хижину Николая Николаевича, крыша которой в первое время развалилась, потом уже была построена заново. Лодки их и дом инициации, в котором как раз мужчинам передавались те знания из поколения в поколение. Мы также можем посмотреть и благодаря той коллекции Николая Николаевича, которая была собрана и которая была передана во многом безвозмездно ему для дальнейшей демонстрации в наших российских музеях, музеях мира, те предметы, которые использовались в то время по-настоящему. И также можно посмотреть и увидеть портреты, увидеть действительно индивидуальность, посмотреть, насколько красивые люди на берегу Маклая. Мы должны понимать, что Николай Николаевич, как я сказал, что внес в разные научные дисциплины серьезный вклад. И вот мы можем говорить, что начинал он с изучения, его интересовало, вот мы видим рыбу с туземным названием, совсем новой, соответственно, это тоже отражалось в его рисунках. Поскольку он занимался всесторонними исследованиями, его интересовали еще и мозг акулы, он изучал, как я говорил, что в разные научные дисциплины. Но сами этнографы и сами ученые считают его все-таки этнографом, несмотря на то, что он себя в большей степени считал зоологом. И почему? Ну, дело в том, что для этнографа очень важно найти контакт, найти взаимодействие с изучаемыми, с описываемыми народами, да, для того, чтобы можно было действительно не меняя среду, не меняя и не влияя на людей, описать во всесторонне их жизнь и быт, для того, чтобы сохранить это в истории. Вот Николай Николаевич смог это сделать. Вот этнография – венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает всесторонне все народы, все человечества в его прошлом и настоящем. Именно Николай Николаевич считается день рождения днем этнографа. Не делай себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Знай, что все люди потенциально равны. Все это достаточно было важно, и то, что нес Николай Николаевич в своих принципах, ни в коем случае не профанирует науки, не оскверняет этнографии различным курьезом. Все это тоже важно. Вот эти вот принципы, которые несколько мы выписали, они, наверное, возможно, позволят вам понять важное
отношение его, которое позволило ему войти в добрый контакт с теми людьми, которые считали кровожадными и очень опасными. Я вернусь к тому, что первое его знакомство с папуасами и с папуасом Туем, всемирно известным, скажем так, человеком, который стал проводником для Николая Николаевича, для белого европейца в мир папуасов, стала очень интересная встреча. Ну, во-первых, когда Николаевич отправлялся в первый раз в деревню для того, чтобы познакомиться с папуасами, которые, конечно, знали, что он уже высадился и живет неподалеку от них, он не взял никакого оружия. Почему? Да потому что он не мог знать, как он поступит. В период того, когда на тебя направляет стрелы, можно и выхватить случайный пистолет и начать защищаться. И для того, чтобы исключить это, он ни в коем случае не брал с собой никакого оружия. И вот первую встречу он увидел папуасов, которые направили на него стрелы, и в этот момент сделал очень неординарное действие. Он расцелил циновку, улегся на этой циновке, снял обувь и заснул. Это позволило папуасам рассмотреть Николая Николаевича, увидеть его одежду, потому что впервые эта одежда, посмотреть, что же это такое за интересный человек, который белого цвета, с белым цветом кожи, потому что они впервые это увидели. Это позволило наладить контакт хотя бы потому, что любой человек, когда не знает и видит неизвестное ему существо, начинает с опаской к нему относиться. Так вот, Николай Николаевич для них был именно тем неизвестным существом, которое, как они считали, спустился с Луны, потому что именно у него был белый цвет кожи. И вот принципы, которые я вам сказал, заповеди этнографа, они позволили ему, и во многом эти заповеди были подготовлены, исходя из его принципов жизни, они позволили ему войти в этот добрый контакт. И этот добрый контакт сохраняется до сих пор. Через 150 лет Микул Хамакаев помнит. Поэтому мы проводим этот проект экспедиции трех веков, потому что они позволяют нам, благодаря той памяти, той сделанной работе 150 лет назад, говорить о возможных новых экспедициях, которые мы с вами можем спланировать. Ну и, соответственно, русские географические названия на берегу Маклая. Здесь есть ряд этих названий, которые мы можем говорить, о которых я говорил ранее с вами. Сейчас мы можем посмотреть, как выглядит берег Маклая в наши дни и увидеть, что мало что изменилось. Единственное, что дома сейчас стали на сваях по причине того, что это один из способов хорошей вентиляции, потому что когда дома поднимаешь, во-первых, вентилируется снизу, а во-вторых, можно хранить все под домом, это очень удобно. И еще немаловажный момент, конечно же, это позволяет уберечься от различных насекомых, змей. Вот этот способ ставить хижины на сваи, он начал использоваться уже в начале 19 века, во времена Микула Хамакаева. В основном хижины были построились прямо на земле. Ну и на сегодняшний день мы, посетив берег Маклая в первую экспедицию, увидели абсолютно сохраненном виде, в таком же, что и 150 лет, танцы, фольклор, сохраненные украшения, одежду. То есть они очень сохраняют все то, что у них есть, и с уважением относятся к своим традициям, несмотря на то, что христианство, и несмотря на то, что там есть достаточно много людей, которые уже не пропагандируют свои верования. Вот так вот, благодаря памяти Микула Хамакаева встречали нас в первую экспедицию. Вот так вот дети, встречая нас, в последующем пели гимн Папуа Новой Гвинеи. А вот так вот выглядит берег Маклая сейчас. Мы можем видеть рисунок Микула Хамакаева, можем видеть фотографии, две во время нашей экспедиции. Ну и, соответственно, немаловажно, что упомянуть, что все то, о чем мы сейчас вам с вами буквально кратко поговорили, можно будет увидеть уже сегодня благодаря фильму, который мы подготовили, вот буквально 8-минутному фильму, который мы сейчас вам скинем по ссылке. Этот фильм о первой экспедиции Николая Николаевича позволит вам детально понять, как он ее готовил, посмотреть на те моменты важные во время подготовки к экспедиции и, возможно, так же, как и я, и многие другие, заразиться тем, чтобы смоделировать, а потом, может быть, и отправиться
настоящую научно-исследовательскую экспедицию и оставить после себя след для науки и всего человечества. Потому что Николай Николаевич говорил всегда, что я делаю все во благо науки и человечества. Это действительно человек, которому притягивается, память о котором стоит сохранять, потому что притяжение от его действий, которые он сделал, от его исследований, у огромного количества людей. Поэтому нас Микуха Макая в какой-то мере объединяет. Я буду рад ответить вам, если у вас есть на какие-то вопросы. Начало у нас немножечко было сумбурное, но вот благодаря презентациям потом все это восстановили. Поэтому большое вам спасибо за ваше внимание. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете озвучить их либо голосом, либо написать в чат, и Николай Николаевич на них ответит с удовольствием. Ну, давайте пока вы можете меня перебить в любой момент, да, пока я начну с того, что важно для того, чтобы подготовить эту экспедицию, потому что мы благодаря этому проекту хотим приобщить вас к тому, что на современном этапе действительно каждый из вас может внести значимый вклад и в науку, и в изучение. И примером может быть интересным это рассмотрение изучения берега Макая. Это не означает, что мы должны изучать только сферы этнографии. Тут достаточно много направлений, которые можно посмотреть. И если вы считаете, многие считают, что весь мир изучен, то это не так. Мы когда отправлялись на берег Макая, в первую очередь я развенчал миф по поводу того, что можно легко добраться в любую точку света. Не так легко. В третьей лекции о том, как готовили мы современную экспедицию, вы об этом узнаете. Ну, Микуха Макая, конечно, было во много раз сложнее. И я также хотел вам напомнить, что когда он впервые оказался на этом берегу, ему было 24 года. Молодой человек, который стал всемирно известным ученым, который достаточно со своими дерзкими идеями, со своими масштабными проектами приходил к людям, которые не могли ему отказать, потому что видели, насколько выстроенный план был, насколько человек был подготовлен для того, чтобы сделать что-то не во благо своих интересов, а во благо того, чтобы внести вклад в изучение этого мира, который в дальнейшем послужит и для нас. Потому что изучение этого мира, вы знаете, оно достаточно важно. Вот один из моментов, я вам должен сказать, что важный фактор для подготовки экспедиции – знать несколько правил. Вот одно из важных правил – это в том, чтобы вести каждый день дневник. Кажется, что это простое правило, которое мы всегда будем использовать, но это не так. Большинство людей не ведут свой дневник, и в связи с этим теряют записи, и то, что они могли бы передать потомкам или же составить в дальнейшем интересный доклад. И ежедневные записи, которые делал Николай Николаевич, они позволили в дальнейшем составить немало материала для изучения этого региона в целом, не только острова Новая Гвинея. Например, мы недавно выпустили собрание сочинений, дополненное и исправленное, шеститомное собрание сочинений, которое позволило из семи книг, которое позволило, действительно и позволяет сохранить и то наследие в изучении этого региона, изучении мира, и вкладе России, вкладе Николая Николаевича Микуха Макая, в этнографию, и прикоснуться к этим исследованиям. Но еще меня, вы знаете, поражало то, что, например, книга «Путешествие на берег Макая», которая является научным трудом, всегда стояла на полке не научной литературы, а на полке путешествий, книга о путешествиях, потому что то, как писал Микуха Макая, то, каким образом он излагал и рассказывал о своих потрясающих путешествиях, оно не могло не завораживать и не интересовать. Поэтому так и известен он, потому что настолько интересно он писал. Лев Николаевич Толстой, например, он с ним был в переписке, они дружили, несмотря на то, что они никогда не встречались, он был поражен действительно и мужеству, и говорил о том, что и писал. И после смерти Микуха Макая, потому что он в раннем возрасте, достаточно в 42 года уже умер, о том, что это человек единственный, который достаточно много сделал для человечества, показав всему миру, что цивилизацию нужно приносить не оружием, а добром и благими намерениями. Это достаточно важный, кстати говоря, момент, который мы должны использовать. Ну а для подготовки экспедиции
Мы много материала сделали, и я был бы рад, если бы вы могли бы посмотреть его сегодня по этому видео и точно так же подключиться на наш сайт. Через буквально 2 недели мы начинаем уже проект, где можно будет заполнять формы для подготовки экспедиции. То есть вы сможете узнать и о второй, и о третьей лекции о современном этапе и о советских экспедициях, это то, что было в том веке, 40 лет назад еще, и подготовить свою, смоделировать, стать исследователем, понять, как собирать команду, потому что тоже очень непростой момент собрать команду. Это, знаете, люди решают все очень много, значит, зависит от тех людей, которые будут с вами. И проверить этих людей, понять, что нужно в этот момент, когда вы, может быть, не сходитесь по каким-то мнениям, быть все равно находить общий язык, и это достаточно важно. Ну и у нас вопрос, вот, Евгений, подскажете, где у нас есть вопрос? Так, сейчас мы смотрим. Так, Оксана, с вами все слышно, отлично. Ну, я не вижу вопроса. Подскажите, остались ли в Новой Гвинее неконтактные племена? Вы знаете, ну... Не могу вам сказать за Новую Гвинею все, возможно, и остались, и это хороший вопрос для того, чтобы вам заняться этими исследованиями. Но есть исследователи, которые говорят о том, что они встречались именно с самыми первыми, с теми племенами, которые никогда не контактировали ни с кем. К сожалению, не всегда это подтвержденный факт. Чем, кстати говоря, и важны исследования Микухмакая, потому что то, что он писал, это всегда было подтверждено. Это всегда было описано с абсолютной точностью. Не для того, чтобы, как сейчас говорят, вы знаете, пропиарить себя, а для того, чтобы действительно внести вклад в науку. Поэтому я не могу вам сказать, я не знаю о том, чтобы сохранились племена, которые ни с кем не контактировали, но это предмет исследования. Предмет исследований, которые можно сделать. Очевидно, есть, которые мало контактируют, особенно в горной местности, те племена, которые являются малочисленными, особенно просто не контактировать, потому что их передвижение оно по местности не требует никаких сложностей. Некоторые живут на деревьях, даже вы знаете, да, в Новой Гвинее. Ну и поскольку там... много языков, как я вам сказал, 867, да, трудность в общении, она позволяет еще и сохранять свои какие-то исконные традиции именно своего племени, своего клана. Если я ответил вам на вопрос. Могу ли еще чем-то помочь? Николай Николаевич. Готов? Да, будут ли еще вопросы какие-то? Ну, кто есть, кто хотел бы отправиться в экспедицию, это на Новую Гвинею, в конце концов. Или вы все только фильмы хотите смотреть? Не страшно? То некоторые, вы знаете, для того, чтобы пострашнее, вот мы были когда на Новой Гвинее, я еще в Порт-Морсби, это столица, не только был в регионе Маданг, там, где залив Австралия, берег Макая, скажу от себя, там, значит, мы были в племени, которое считалось самое, как говорится, опасное, страшное, криминальное, там, где всех едят, убивают, и вообще неизвестно, что происходит с людьми. Это все было написано в газетах. Значит, ну, конечно же, когда мы прибыли туда, я решил все-таки посетить это племя. Я вам должен сказать, что я сделал такую интересную фотографию. Коренастые, красивые, крепкие ребята с суровыми лицами. Вот такие вот фотографии показывают и говорят, вот если вы придете сюда, значит, вас, значит, эти кровожадные люди ограбят или что-нибудь плохое сделают. И я сделал такую же фотографию, когда они улыбались. И вы знаете, вот точно так же можно было написать, какие доброжелательные люди. Вот вы посмотрите, приходите, и мы проведем вам экскурсию о том, как надо жить комфортно и хорошо в Новой Гвинее. Поэтому очень важно, зависит все от вашего отношения. Исследователи отличаются от того, что они опираются на источники, которые подтверждены. Источники в интернете, где написано что-то, где можно сделать принт-скрин экрана о том, чтобы не увидеть, кто это написал, это не является источником. Это и является криком души кого-то о чем-то,
не позволяющая подготовить серьезные исследования. Вот вы, как исследователи, сможете стать первыми открывателями благодаря тому, что будете опираться на те источники, которые являются правдивыми. И мне понравилось, что вопрос у вас очень хороший по поводу неконтактных племен. И я думаю, что папуасы берега Макая помогут вам найти эти неконтактные племена. У них есть связи. Не могу я никак все с вами расстаться. Жду как вопросов, в конце концов. Хотим, Николай Николаевич, с вами в экспедицию, но вижу, что вы хотите свою сделать. Я вас поддерживаю. Обязательно готовьте новую экспедицию. И большое вам спасибо, что вы пришли. И большое вам спасибо Евгении, который все это организовывал, и тем коллегам, которые смогли пригласить столь много интересных, хороших людей на эту лекцию. Большое вам спасибо, друзья. Большое спасибо, Николай Николаевич. Большое спасибо участникам за сегодняшнее присутствие на первой, повторюсь, лекции из нашего цикла. Я оставила в чате запись на видео о первой экспедиции, о первой лекции, и сайт проекта продублировала. Вы можете ознакомиться со всеми материалами дополнительно, самостоятельно. Мы с вами встретимся на следующей неделе в это же время и будем слушать уже вторую лекцию из цикла. Она будет о советских экспедициях. Да, спасибо вам еще раз. Мы завершаем сегодняшнюю лекцию. До новых встреч. Всего доброго.